Всем привет, меня зовут Артем Локалов. Только что здесь, на стадионе в Тушине, закончился последний домашний матч «Спартака» в этом сезоне. Это была последняя домашняя игра для Доменико Тедеско и его тренерского штаба здесь, на спартаковском стадионе. Как известно, после окончания сезона и Тедеско, и его помощники покидают клуб. Закончиться этот матч мог не так хорошо для «Спартака», как в итоге завершился. Химки перед началом сезона называли едва ли не фарм-клубом московского «Спартака». В итоге эта самая команда едва не оставила красно-белых и без второго места, которое позволяет играть в Лиге чемпионов, и, соответственно, без 25 миллионов евро, которые полагаются за выход в Лигу чемпионов. И лишить Лиги чемпионов «Спартак» могли свои. Опасались перед игрой Мирзова, а забил в итоге Глушенков. Мяч забил Максим Глушенков, номер 9. Правда, и красную карточку он тоже получил вскоре. И «Химки» доигрывали матч в меньшинстве. Выгнали по делу. Саму атаку? Да, в большинстве «Спартак» смог победить, но это была далеко не лучшая игра красно-белых в этом сезоне. Мяч в воротах футбольного клуба «Химки» забил номер 11-й «Шардан». Брайан Эдоу из «Химок» вообще считает, что без помощи судьи у «Спартака» ничего бы в этом матче не получилось. «Спартак» победил, а для «Тедеско» устроили теплые проводы. Леонид Федун вышел на поле и сказал несколько слов. Это вообще уникальный случай. Кого из тренеров «Спартака» провожали из клуба вот так? Красно-белые. Тренерский штаб Доменико Тедеско прощается с открытием арены. Мы благодарим его за проделанную работу, за неравнодушие и за страсть на протяжении двух сезонов. И прямо сейчас Леонид Арнольдович Федун и Доменико Тедеско хотят обратиться к вам, красно-белые. Сегодня большой день. Сегодня за долгие годы мы впервые провожаем тренера, так как это положено подавать вашими аплодисментами. Наша команда вместе с ним прошла через многое. Были большие победы, были достаточные поражения, но тем не менее команда все добилась. И в этом большая заслуга нашего тренера Тедеско. Я хочу сказать большое спасибо ему, тренерскому штабу. К сожалению, это был его выбор, то, что он покидает команду, но тем не менее, думаю, он всегда останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания. Тедеско говорил по-русски и, кажется, с трудом сдерживал слезы. Я люблю «Спартак» навсегда. Я буду скучать по вам. Ну и давайте не будем забывать, что еще сезон не закончился. Кровь из носа нужна победа в Грозном. Спартак, вперед! После этого Доменико вместе со своими помощниками отправился к трибунам. Пока Доменико Тедеско прощался с трибунами,
Он побывал, естественно, здесь, у фанатской трибуны, потом совершил круг по всему стадиону. Леонид Федун давал интервью, небольшое, правда, на выходе с арены. Ну, а еще сезон не закончился. Тренера проводили, как бы, это была последняя игра на нашем стадионе. Сказали ему спасибо, просто у нас, у зрителей, не будет больше такой возможности. Поэтому все было трогательно, красиво, слава богу, победили. Леонидович, а так все давайте, все итоги, когда... А как так получилось, что первый тренер, которого проводили, это Тедеско? Леонид Арнольдович? Леонид Арнольдович, а кто будет следующим тренером? Уже есть определенность? Как только будет сообщение, спасибо. Это Руи Виторио? Леонид Арнольдович. Да, у «Спартака» будет новый тренер-иностранец. А перед игрой я спросил у Никиты Симоняна, кто, по его мнению, из «Спартаковцев» мог бы возглавить «Спартак». Откровенно говоря, все определяется, понимаете, не во внутреннем чемпионате. Вы знаете, как по прошлому сезону все наши четыре клуба заняли последние места Еврокубка. Одна победа на четверых. А? Одна победа на четверых. Да, вот наш уровень. Поэтому то, что мы здесь, значит... Второе место выиграем и так далее, и так далее. Это одно, понимаете. А все определяется там, на том уровне. Из спартаковцев. Спартак тренировали уже Оленичев, Карпин, Черчесов. Кого бы вы хотели из спартаковцев видеть главным тренером Спартака? Ну, вообще, честно говоря, Черчесов. Черчесов. Почему? Хорошо. Ну, как почему? Все тренер сборной, как вы думаете? Вот просто так назначили тренер сборной. Человек, который имеет принципы, понимаете, имеет взгляды на построение игры, трепетность в высшей степени. А что еще? Про возможное назначение Станислава Черчесова главным тренером «Спартака» в кулуарах говорят довольно часто. Но если это назначение и произойдет, то точно не в ближайшее время. Как известно, Станислав Саламович уже возглавлял «Спартак» в конце 2000-х. Тогда с ним команда тоже занимала второе место в чемпионате России и играла в квалификации Лиги чемпионов. Получилось неудачно. Проиграли киевскому «Динамо», и Станислав Черчесов покинул клуб. Впереди у «Спартака» матч в Грозном и завершение сезона. Ну а после этого объявление имени нового главного тренера клуба. Ну а меня зовут Артем Локалов. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Да, и еще. После матча стало известно, что накануне медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов был избит неизвестными. Какие-то подробности этой истории не сообщаются. Есть информация, что Антон находится в больнице, ему оказывают помощь, а мне хочется пожелать Антону здоровья. Антон, держись.